Я тебе привыкинул. Кинул. Так, бегу. Так. Так. А что если... Бегу, принял. Понял, сейчас. Все, поехали по-нашему. Сейчас, погоди. А что, Украины нету здесь? Как так? Национальная сборная, может? Да, вот я и ищу. А Украины я тут не вижу. Это что такое? Подожди, у нас санкционная игра? Я не... Русья есть? Не, Россия есть, я вижу, а Украины нету. Уругвай есть и все. Может, она как часть Европы? Осуждаю. Не, я не понял, это что такое? Ладно. Тогда вот так вот. Странно, нет Украины. Что за бред? Так, тебе подтвердить надо. А мы зависли? Нет, нормально, все, я понял. Готов не нажал. А, все, все, понял. Слушай, что-то у тебя на россияне там не особо игрок похож, мне кажется. Своему немцу темнокожим это объяснит. Я понял. О, Александр или Алексей Головин, или какой-то там этот. Тут внешность, кстати, российской сборной какая-то не очень. Что-то они их плохо прорисовали. Надо научиться с ударом поворотами. Поворотом. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Олимпиастадионе. У нас есть все для отличного футбольного матча. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Свою лучшую игру нужно показать сегодня команде игрока, иначе... Так, вон у тебя Дзюба прыгает уже, я вижу. Так, Дзюба, ну-ка. Доставай свой маленький Дзюбиню. Это понимаешь, что в конце это будет секретный прием уже? Едва ли им хочется этого, потому что позади очень непростой сезон, в котором осталось совсем немного до заветной цели. Нужно найти... Что это? Во, нифига зафинтонул! И потерял... Ну, так, это кто? Нет, Дзюба вон с капитанской, я вижу. Ой, Дзюба! Ну-ка! Дзюба, добей, пожалуйста! В Дзюбу надо целиться, чтобы от него как от деревяшки отскакивало. Да. Отправляет мяч в штрафную голову. Прям на Дзюбу. Плохо подан угловой, мяч у вратаря. Ой-ой-ой. Мана. Очень неточным этот удар получился. Бил с лёта и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Что я делаю? Опять. Ой-ой-ой, как бежит. А чё ты черноволосый не бежишь? Не, ну это гол. Но вратарь один раз достал. Но он и второй раз так достал, что хоть нового бери. Защитник у нас оказался дырявый. Что-то Дзюба думает, у тебя не хочет пасдавать. Не хочет он думать. Так, ты решил одним пройти. Ой-ой-ой. Похоже, не пройдешь. У вас под Берлином большая оборона. Кай Хавертс. Так, я вижу, ты меня в офсайд тут завел одним игроком. Немцы идут в атаку. Уверенно, Джике перехватывает мяч. Джике перехватил. Ну. Че я сделал опять? Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Так. Ну ты решил распасовками, но наши ж навесами все, они все на Дзюбу забрасывают. Ну смотри. Всё, побежал, побежал, пошел, пошел. Мяч сыгран. Ой-ой-ой, вот это перехват. Могла быть, если бы не перехват. Опа. Не, ну так дешево нас еще не дрокали. Что-то они у тебя ходят в основном. Вот этот вот плохой у меня защитник. С нижнего фланга. Ну как офсайд-то, в смысле? Ой-ой-ой, вот это серьезно было. Головин. Какая техника? Все, Дзюба симулянт. Блин, Дзюба, вот лучше бы ты дрокал, чем бегать. Дзюба симулянт твой. Ой-ой-ой. Опа-на. Так, ты опять зафинтил что-то там. Ой. Да я-то что, ну само. Да, в рот компот.
Действительно неплохой получился удар, если они продолжат так. Что опять такое? И создавать моменты, о, думаю, у тебя Дюба в очко пропустил. Как он работает с мячом, всех обыграл. Все, не успел. Джошуа Кимми. В атаке сборная Германии. Я думал, пробегу мимо них, но нет. А почему ты не спусанул и уже вниз нажимал? Ну что это? Ну я хотел красиво, ну... О! Кай Хавертс. Я не прошел пас. Да что такое? Вот это прорыв! Слушай, ну давай, Дзюбенко. Осталось только попасть в створ. Но он ножкой дрыгнул. Я видел.